Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Тема сегодняшнего видео – модные образы на январь. 25 идей, которые помогут шагать в ногу со временем. Январь – это самый зимний месяц в году. Именно в этот период дамы показывают всю красоту своего гардероба на холодный сезон. Сейчас самое время выгулять шикарную шубку, надеть модную дубленку или покрасоваться в трендовом пуховике. В данном видео я собрала образы, которые не только будут самыми актуальными в январе 2023 года, но и позволят каждой моднице подчеркнуть свой стильный вкус. В январе 2023 года в вашем гардеробе должна появиться хотя бы одна вещь с отделкой меха. И это не только сумки, шапки или обувь, но и модная в зимнем сезоне верхняя одежда. Вы можете выбрать шикарную дубленку, у которой воротник отделан мехом, или подобрать шубку, выполненную полностью из натурального или искусственного меха. Дубленки в январе – это главный тренд для любительниц комфорта и стильного вида. В моде привычный, но эффектный фасон авиатор, а также в лидеры стремятся удлиненные модели и шикарные варианты с вставками искусственного и натурального меха. Пуховики завоевали весь мир моды, и в этом нет ничего удивительного. Более теплого, а теперь и стильного варианта верхней одежды не найти. Уже несколько сезонов подряд шуба с интересным фасоном меха, которую также называют чебурашкой, бьет рекорды в мире моды. Верхняя одежда, несомненно, выглядит стильно и оригинально, но также в ней будет очень уютно и тепло в любой лютый мороз. Шубки представлены не только в черном, белом и бежевом, но и на модных показах были предложены яркие оттенки верхней одежды. Для женщин, предпочитающих деловой стиль, подойдет классическое пальто, которое также остается несменяемым трендом уже несколько лет. Элегантное пальто может быть прямого, приталенного, длинного или стандартного фасона, а цветовое решение подбирается исключительно под вкус женщины.